Я сторонник того, что на сегодняшний день политика – это прикрытие. Негодяи должны сидеть в тюрьме. И если мэр берет взятку, если это зафиксировано, и если уже неоднократно об этом сообщалось, и меры не были приняты, то, скорее всего, политика здесь вообще ни при чем. Да, существует известная нам в истории ситуация, когда политические оппоненты пытаются очернить оппозицию. Ну так не бери взятку, и никто тебя чернить не будет. Я считаю, что эта ситуация из рук вон плоха. Необходимо таких людей более жестоко наказывать, потому что каждый год, каждый квартал, каждый месяц мы слышим о том, что взяли кого-то, очередного мэра города. Значит, это какая-то система. Что-то в этой системе нужно поменять. Может быть, плохо работает антикоррупционная наша система.